Во времена беды и смуты люди всегда обращались к Богу с молитвой о мире и согласии. И Господь, слыша всенародную молитву, даровал свою помощь. 3 июля начинается Всеукраинский крестный ход. Ход мира и молитвы за Украину. От Святогорской и Почаевской лавры, с востока и с запада, верующие пройдут через всю страну, чтобы 27 июля, в честь Дня Крещения Руси, воссоединиться для общей молитвы на Владимирской горке. Всеукраинский крестный ход – это молитвенное обращение каждого из нас явить милость Божию к нашему Отечеству.